Сэр, на этой гробнице печать. Быть может, нам лучше не открывать? Открывайте. Рукой Аменхотепа наложена вечная печать. Проклятие падет на того, кто взломает ее. Получилось! Это находка века. Не входите, там действует проклятие. История проклятий фараонов стары как мир. Хотя, подождите, на самом деле этот миф не является частью древней арабской, греческой или римской мифологии. Истории про проклятие фараонов придумали английские писатели и журналисты примерно 100 лет назад, в 1920-х годах. Египтология была в расцвете. Множество уважаемых ученых и состоятельных людей занимались сбором египетских древностей, открытием гробниц и подобным. Естественно, все раскопки находили широкое освещение в прессе. В начале 1920-х истории о найденных мумиях стали обогащаться мистическим ореолом. В Англии в те времена одной из звезд литературы была Мария Короли. Она писала легковесные романы, которые, несмотря на содержательную и стилистическую слабость, издавались огромными тиражами. Именно фраза из романа этой писательницы, опубликованная в газетах за 2 недели до смерти египтолога Говарда Картера, обнаружившего гробницу Тутанхамона, уверила всех в существовании проклятия. Эта фраза звучала так: «Самое жестокое наказание ждет незваного гостя, вошедшего в гробницу». Естественно, литература и кинематограф подхватили этот мистический сюжет. Первый полнометражный фильм, обоживший зловещий муви, вышел на экраны в 1932 году. Уже в этой ленте появились все основные элементы, характерные для истории о мумиях. Группа археологов, нечаянное оживление мумии, пробуждение души, сверхспособности оживших мумий, поиск возлюбленной фараона, старые заклятия и предназначение. Все первые ленты, посвященные мумиям, были сняты исключительно в жанре ужасов. В 40-х годах классический сюжет об оживших мумиях получил развитие. Например, в фильме «Гробница мумии» 42-го года речь идет уже не о классической истории о вскрытии проклятой гробницы, а об ожившей мумии, которая живет среди людей и спустя годы охотится на тех, кто свернил ее могилу. Истории о мумиях превращались в кинофраншизы и пользовались большой популярностью, однако оставались сюжетом исключительно для хорроров. Лишь в 80-х годах истории о проклятии фараонов вышли за пределы жанра ужасов и получили новую жизнь в приключениях. Жанре. Большую роль для популяризации данной фабулы имела популярность фильма «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 1981 года и последующих частей. Колоссальный успех, созданный Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом в кинофраншизе о приключениях археолога, позволил кинематографистам увидеть огромный потенциал истории проклятий фараонов и возможности растяжения сюжетных линий. На экраны стали выходить самые разные приключенческие истории об искателях древностей, которые сталкиваются с древними артефактами, проклятиями и мумиями. В начале 2000-х история о мумиях стала частью массовой культуры с узнаваемым стереотипным визуальными образами, характеристиками и сюжетными линиями. Классические истории о приключениях археологов уже наскучили зрителям. Как будет развиваться в дальнейшем история о проклятии фараонов, сложно предугадать. Однако, безусловно, одно – мумия навсегда останется значимой частью кинематографа и массовой культуры. Потенциал этого сюжета еще не исчерпан.